Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Умер российский трэп-музыкант и один из основателей объединения «Тайные агенты» Си-Лок. Об этом сообщается в группе Трэп.ру во ВКонтакте. Вечная память человеку-легенде. Первопроходцу трэп-жанра в России, говорится в публикации. Причина смерти артиста не уточняется. 10 марта Си-Лок опубликовал видео, где обратился к неизвестному человеку, которого он назвал вампиром, который начал жрать его кровь. Музыкант заявил, что из-за этого у него поехал колпак и начались суицидальные мысли. Он отметил, что если с ним что-то случится, то винить в этом стоит его неназванного знакомого. Си-Лок начал заниматься трэп-музыкой еще в 2000-х годах в составе «Тайных агентов». В объединение также входили и Аникс и Янг Трэпа. Он выпустил такие альбомы, как Playboy, Playboy 2 и Wild Wild Mix,